Надолго нельзя так запускать, чтобы двигатель не перегрелся. Мне довольно много людей написали, у кого такая же проблема. Двигатель M52-1 Vanos стоит на E39. У меня, в принципе, на E36 была аналогичная проблема. И решение очень и очень простое. Всем привет, кто смотрит канал HD Lesus. Сегодня у нас новая движуха, а именно растянутая межвальная цепь. И у меня есть подозрение, что шум из-за нее. Плюс у натяжителя уже есть люфт, так как он вылез слишком высоко. Итак, в этом видео я расскажу, как выставить фазы и как заменить межвальную цепь и что нужно проверять.